В Восточно-Казахстанском музее искусств открылась выставка «Шуахты Шагы» творческого объединения художников Жангыру. На экспозиции живописцами было представлено несколько десятков работ, посвященных великолепной природе и людям нашего региона. На выставке представлено большое количество работ, выполненных в разнообразных жанрах и техниках. Часть из представленных полотен была написана художниками на пленэре, куда ежегодно объединение Жангыру отправляется за вдохновением и новыми идеями. Часто после воссоединения с природой творцы создают невероятные работы, говорят эксперты. Мы с удовольствием именно летом и, конечно, осенью стараемся выходить на лоно природы для того, чтобы для себя больше именно выполнить такие реальные картины с реальной природой. Вот таким образом пленэр – это самое лучшее. Я, по моему мнению, для художника это работа с натурой. Тема «Шуахты Шыгыс», поэтому два пейзажа – это именно Катон-Карагай, красота нашего Восточного Казахстана, вот здесь вот представлены. Здесь на выставке 38 работ представлено у нас, все жанры есть, все. Пейзаж, конечно, чаще, потому что пленэр – это пейзаж. Есть и сюжетные работы бытового жанра, и портреты. И самое главное, члены Жангыру – это патриоты большие. Это патриоты нашего края, они пишут «Восточный Казахстан», и мы им за это благодарны. Творческое объединение художников Жангыру сплотило начинающих художников и именитых мастеров изобразительного искусства. Вместе они представляют уникальное многообразие талантов нашей области. Мы вот учимся друг у друга. Опытно, вот у нас объединение есть взрослых художников опытные, которые делятся своим советом, дают молодым. Им как раз вот это нужно, даже как обтягивать даже холст на подрамник, как грунтовку делать, тоже надо. Это показывать надо. Многие работы, представленные на выставке, посетители увидят впервые. Ирина Санникова, Мадияр Кабидеш, Алтай Акпарат.